Непримечательный одесский дворик на улице Бунина, 8. Здесь, среди дверей, ведущих в сараи и гаражи местных жителей, есть одна, та, за которой открывается целый подземный туннель. Атмосфера внутри катакомб несравнима ни с чем. Над нами растет дерево. Здесь, на потолке, видны его корни. На них капли воды. Такой фантастической картины не увидишь нигде. Старинная каменоломня расположена под малоэтажной застройкой на глубине 10 метров. Долгие годы она была закрыта и завалена мусором. За расчистку исторического места взялись одесские исследователи-активисты. Сегодня этот туннель открыт для экскурсий в рамках масштабного проекта «Подземный заповедник Одессы». Пещерные дома прячутся на вершине Шкодовой горы на улице Гладкова. Они возникли в конце 18 века и простираются на целые километры. Улица интересная тем, что имеет несколько ярусов. В некоторых местах насчитывается до 3 ярусов. И вот дома пещерные в Одессе сохранились в основном по этой улице. Их здесь есть около 20. Для жителей окрестных домов, а также для историков-краеведов, эта территория остается неизведанной зоной. Может быть, мы даже встретим здесь какую-то лисицу или на потолках. Здесь очень любят жить летучие мыши. Потолки в пещерных домах покрыты, как украинские мазанки. Здесь сохранились практически все слои красок. В некоторых местах их десятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, минимум 10 слоев здесь есть. А почему, чем это объясняется, что тут столько слоев? Я думаю, что они осыпались, возможно, от сырости, возможно, от температуры. И их чуть ли не каждый год покрывали новым слоем. Дома, уходящие в катакомбы, вполне достойны войти в перечень объектов культурного наследия Украины, а само место стать популярным туристическим объектом. Астрономическая обсерватория университета имени Мечникова находится в парке Шевченко. За металлическими зелеными воротами совершенно другая реальность. Под старинным куполом телескоп 1886 года выпуска. Изготовитель – английская фирма Томас Кук и сыновья. Он был куплен в позапрошлом веке, почти сразу после открытия обсерватории. Ставить новый телескоп в обсерватории не хотят по двум причинам. Во-первых, это историческая ценность. Во-вторых, он полностью удовлетворяет требования современных ученых. Я его лет 20 назад полностью разобрал, очистил, потому что он уже был в таком состоянии, ну, старый инструмент. И сейчас он, в принципе, нормально работает. На соседней смотровой площадке бинокулярная труба. Ей больше 50 лет. Такие приборы устанавливали на военных кораблях. А вот еще один раритет размером с легковой автомобиль. Скоростной телескоп КТ-50 создан для наблюдения искусственных спутников Земли. Попасть в Одесскую обсерваторию и посмотреть на небесные светила с другой стороны может каждый желающий. Достаточно записаться на экскурсию. Они проводятся здесь в любое время года. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Никита Кричко, 7 канал.